Ремонт Дэнди. Стиплеровская моделька. Девять вольт. Made in Taiwan. Пал. Паловская. Channel 11. 11 канал. Разберем, посмотрим, что с ним. Совсем какой-то слизанный саморез. Не зацепляет крестовой отверткой. Возьмем вот такую плоскую. И потихоньку саморез пошел. Саморезы выкручены. Дальше надо вынуть вот эти кнопочки и разбирать корпус. Что мы тут видим? Две платы. Выключатели. С виду ничего не наковырено. Пробуем подключить 9 вольт. Разъема у меня подходящего нет, чтобы включить питание. Буду подключать крокодилами, чтобы определить, куда подключить. Здесь есть стабилизатор, вот эти три ножки. Средний всегда минус. Правая ножка, как видим, это на разъем идет, это входное напряжение. Вот сюда и надо подключить. Минус. Вот куда-то сюда можно подключить. А плюс подключаем вот сюда. Включаем питание. Светодиод не горит. И потребление по нолям. Берем мультик и измеряем на среднем выводе минус. На входе должен быть вот 9 вольт. А на выходе должно быть 5 вольт. Смотрим на выходе. Тут 5 вольт нету. И как-то все странно прыгает. То есть 5 вольтовый стабилизатор неисправен. Так, это можно отключить. Откручиваем плату. И смотрим. Вот он, стабилизатор. Семьдесят 5 вольт. 5-вольтовый стабилизатор линейный. Будем его менять. Откручиваем от радиатора и выпаиваем. Здесь уже что-то наканифолено. Возможно, кто-то уже пытался что-то тут паять. Вот этот стабилизатор. Надо найти такой же и заменить. Посмотрим, что будет показывать транзистор-тестер. Не может определить. Нашелся стабилизатор.
7805. С какой-то платы выпаиваем его. Теперь надо ее поставить на место. Притягиваем к радиатору, чтобы он стоял на своем месте. И пропаиваем. Можно проверять. Подключаем питание. Подключил питание. Смотрим. На выходе стабилизатора появилось 5 вольт. Теперь подключаем светодиод. Включаем питание. А, оно уже было включено. Светодиод горит, значит питание на центральную плату пошло. Теперь надо подключать к телевизору и смотреть, есть ли изображение. Стабилизатор работает. Стабилизатор надо намазать КПТ-8. Прикручу пока на 2 саморезика. Да, надо еще разъем питания сделать. Не нашлось у меня разъема такого питания. Припаяю пока 2 провода, плюс-минус, для проверок. Минус-плюс. Подаем питание. Ставим картридж. Включаем. И у нас появилась картинка. Надо искать джойстики. Джойстиков нету. Найдем джойстики и будем смотреть дальше, как она будет работать. А дело все было в неисправном стабилизаторе напряжения.
на 5 вольт. 78,05. Проверим еще конденсатор питания. Конденсатор, видим, вздутый. Надо его менять. Проверим на транзистор-тестере, что он покажет. Микрофарад. Конденсатор 470 микрофарад. Показывает 310. Берем новый кондер и ставим вместо старого. Вот это другое дело. Короткий вывод — это минус. Ну и на корпусе написано, что это минус. Кондёр на месте, откусаем все лишнее. Прикручиваем все как было. Нашел блок питания. Теперь можно провода испытательные убрать и почистить грязь. Собрал корпус, теперь надо искать джойстики и смотреть, как она будет работать. А за кадром жужжал 3D принтер, старается, печатать.